seconds remaining. 5 seconds remaining. Reserve time. Добрый вечер всем, кто к нам подключился только что, и всем, кто с нами был уже давным-давно, а сегодня мы долгое время транслируем матчи по Доте. На данный момент у нас матч между Empire и Asus Polar, это ответная игра в серии Best of 3. У микрофона друг, студия Игрокам ТВ, вещаем только наиболее интересные матчи по Доте, и дальше будет больше, соответственно. На данный момент 1-0 Империя впереди. Прошлый матч просто крутейшим образом отыграл у нас Йоку. Йоку на данный момент на Магнусе. В пике у команды Empire Магнус, Дазл, Снайпер, Спиритбрейкер и Бристлбэк для Сайлента. Опять Бристлбэк для Сайлента. Прошлый Бристлбэк был очень крутым и нормально так ворвался. Асус не знали, что с ним делать. Он впитывал в себя полный дум от мага. Но этого было недостаточно. Silent отыграл просто крутейшим образом. На данный момент в пике команды Asus Polar, Witch Doctor, Тролль, на котором играет Illidan у нас. На Клокверке отыгрывает Маг. Windranger у нас от Фобоса в миде против Резолюшена на снайпере. И Ancient Operation, который сейчас занимается пулом крипов. Он также помогает на топе фармить троллю. Ну, проблем с фармом у Illidan в прошлой игре не было. Никаких проблем вообще, потому что оставили ему пустую линию. Но не помогло этой команде Asus Polar вообще никаким образом. Ничего толком Illidan не сделал, потому что все сделал вот этот парень. И действительно в его руках, а в той игре в его бревне, которое было за спиной у Шейкера, был сконцентрирован весь экшен и все победы в файтах. Ну, по моей версии, Йоку явно MVP прошлого матча. Давайте перейдем к крипстату, что нас пока что будет интересовать. На миде Фобос переигрывает снайпера, и это немного удивительно. Что у Резолюшена с крипстатом происходит, непонятно. 1 на 1 крипстат у Резолюшена и 11 на 6 у Фобоса. Как так получается, вообще непонятно. Резолюшен просто несчастно выглядит на данный момент. 3 на 1 кое-как нахоботил себе фрагов. Так, Фобос у нас просто посмотрел, как по нему проехал трамвай. Даже не стал подрубать Виндран, потому что понял в итоге, что не к нему бегут. А бегут у нас на топ. Алоха Дэнс прибежал на топ, привязывает его Фобос. В принципе, должны разваливать. Еще один удар. Нет, Алоха Дэнс все-таки выживает. 70 хп остается у Алоха Дэнс. И ФБ
на данный момент не состоялось. Но что хорошо, если ФБ не состоялось, значит мы его не пропустили. Иллидан здесь фармит на топе. Иллидану Йоку не очень-то и мешает. Йоко, кстати, прошлую игру в соло стоял на топе за Шейкера. Такой ему фот команды Empire не совсем был понятен со старта, но по итогу Йоко вынес ранний левел, а дальше дело техники. Ну и техника у Йоку, как оказалось, весьма и весьма приличная. Always wanna fly. Наконец-то понял, почему здесь нет крипов. Крипов здесь нет, потому что стоит вард от команды Asus Polar. Ну, теперь, собственно, не стоит. На мага разгон у нас от Aloha Dance. Aloha Dance очень скоро окажется там. И глянем, как, чем это закончится для мага. У мага, если что, есть Power Cox и Батарея Саут пока что не вкачан. Добежит ли Aloha Dance? Да, Aloha Dance добегает. Также у нас Poison Touch пошел вот от Always Wanna Fly. И вот вам First Blood. Aloha Dance прибежал сюда и прибежал не зря. Первый фраг забирает у нас вообще по факту номинальный саппорт команды Empire. Ну а Spirit Breaker'а в принципе фулл саппортом не назовешь, да и вообще саппортом не назовешь. Ромищий Spirit Breaker, который будет все время, которое мы наблюдаем этот матч, бегать по лайнам и стараться дисбаланс носить в линии соперников. По крипстату, что у нас, как обстоят дела? Немножко выровнялись игроки на миде. Фобос имеет 23 на 9, а у Резолюшена 12 на 1 счет. Но это лучше, чем 1 на 1 против 10 на 5, которые были до недавнего времени на миде. Что у Иллидана по артефактам? У Иллидана по артефактам Мордип Маск имеется. Имеется Boots of Speed и есть Базилка. Базилка выключена, линия не пушится. Это хорошо. Йоку здесь стоит и пытается получить левел, но пока не очень хорошо это у него получается, потому что на 5-й минуте иметь второй левел на соло-лайне, конечно же, не есть хорошо. Загнали у нас Йоку. Вич-доктор здесь есть, если что, на помощь для Хараса. Лил здесь на аппарате также имеется, ну поэтому Йоку стоит здесь и толком даже настилить ничего себе не может. У него 0 на 0 крипстат. На легкой для команды Империя. Бристл Бэк фармит у Бристл Бэка 35 на 10. Первый крипстат на карте, который он делит с Иллиданом. Также у него два саппорта. Ну, в общем-то, ситуация повторяется наравне с прошлым матчем. Стоит один несчастный персонаж на харде и толком ничего не вывозит. Хотя Клок здесь вывез немного больше, чем вывез Магнус. Магнус 3-го левела, Клок 4-го. Маг кое-как насобирал себе 4-й левел, да еще и 5-0 имеет крипстат. Это уже хорошо. Резолюшен на миде. Что примечательно, что примечательно. Последние матчи, которые я наблюдал со снайпером, мид обычно снайпером выигрывался с нереальнейшим преимуществом. Снайпер бросает под ноги шрапнель, снайпер расстреливает. Снайпер смотрит, как ты умираешь. Но у Фобоса есть Вендран. Фобос, в принципе, готов к данному муву от Резолюшена. Выход у нас от Вич-доктора, пошли каски, и Резолюшен отсюда уже не уходит. Под Виндраном Виндрейнджер, на нее разгон есть от Aloha Dance. Где Aloha Dance, где этот неугомонный трамвай? Aloha Dance бежит у нас на Фобоса, Aloha Dance разваливает Фобоса. Хотя фраг все-таки забирает Always Wanna Fly. Йоку также здесь, погоня пошла у нас за Вич-доктором, и скорее всего будут ему мстить, как я понимаю. Aloha Dance в соло решил подраться против Вич-доктора, это ошибка. Иллидан, скорее всего, Aloha Dance забирает. Да, Иллидан у нас забирает фраг, и счет у него становится 1-0-0. По крипстату Иллидан на первом месте, плюс еще и фраг. Иллидан по нетворсу, я думаю, опережает своих соперников. И номинального соперника Сайлента, который фармит в легкой, опережает на совсем чуть-чуть. Да, вообще не опережает. Еще одного крипа добьет у нас Bristol Back и сможет выйти вперед. Пока что Сайлент более чем уверенно себя чувствует, но не стоит забывать, что здесь упал Т1. Империя забрала первый тауэр в этой игре. И, честно говоря, мне не очень понятно, почему Империя у нас отыгрывает за Radiant. Если только что за Radiant играла Империя. Да, она играла за Radiant, и я это прекрасно запомнил. То почему и этот файт играет за Radiant Империя? Ну, ладно, это уже не моего ума дело. Фобос тем временем у нас сражается на миде против Резолюшена. У Фобоса по крипстату дела чуть-чуть получше. У Резолюшена 28 на 4, у Фобоса
39 на 13. Так, а Bristol Back тем временем забирает у нас Клокверка. И здесь на лоу хп у нас Silent, но Silent на лоу хп может еще и развалить Вич-Доктора. У Вич-Доктора каски, если что, имеется, можно будет, в принципе, пободаться. Но расходятся игроки на свои половины. У Silent'а уже имеется Vanguard, есть у него Power Threads, что у нас по артефактам команды Империя. У Aloha Dance имеется Orb of Venom, это все поверх Power Threads. Aloha Dance берет у нас Хейст и никуда не собирается стопа. Не собирается стопа, но как минимум пройтись по лесу считает себя обязанным. Иллидан встречается здесь с Aloha Dance. Aloha Dance понял, что не стоит с Иллиданом больше встречаться. Понятное дело, что Иллидан нафармлен достаточно круто. Battle Trance тоже, в принципе, в откате. Фейсбуцы имеются, Мордип Маск есть, Аквила есть. С руки валит, как сумасшедший у нас Иллидан. Спирит Брейкер отправляется на топ. Так, мы так и не посмотрели артефакты. Что у Дазла? У Дазла скоро будет грейженный стик, и это ого-го, как много для Дазла. У Резолюшена тем временем есть Power Threads, имеется Ring of Aquila, и Курица ничего Резолюшену не несет. Курица игнорирует Резолюшена. Магнус нахоботил себе Аркан Бутсы, 780 есть сверху. У команды Asus Polar, у Witch Doctor бегает в одних носках, Тролль мы уже видели. Иллидан нас ничем пока не удивляет. У Клока просит листа от Шилда. 750 на руках есть. Boots of Speed тоже ничего особенного. У Фобоса появляется Face Boots. Есть Null Talisman и есть сверху еще немного денег. Ждем появления Mailstorm. У Ancient Operation грейженный стик и выход в Брасер. Тоже всего по чуть-чуть, короче говоря. Счет 3-2 на данный момент. Команда Empire, как я понимаю, собралась спушить Tower. Здесь есть Always One of Fly, который готов в любой момент подсейвить Резолюшена. И здесь есть Aloha Dance, который готов в любой момент ворваться в Фобоса. Интересное расположение игроков на карте. Выстраиваются они вдоль реки. Пока что отдают нижний лайн для фарма Сайленту. Ну, тут, в принципе, лайн подпушен, Сайлент толком и не подфармит. Ну, Сайлент может, в принципе, отправляться в леса. Спрей есть. Дабл стаки, трипл стаки, можно будет спреем все это выфармить. Ежу проблему это никакой не составляет. У нас выходит Silent в барабаны. Есть уже Vanguard, есть ПТ. Ну, пока что драки не организовываются. Зато есть реверс полярити у Йоку, и это мне уже нравится. 1280 на руках у него. Йоку надо отсюда бежать, скьюр, если что, есть. И улетать отсюда надо Алоха Денсу. Подсветить нечем, поэтому... Да и остановить его, по большому счету, нечем. Касками пока дотянулся бы Witch Doctor. Давным-давно Aloha Dance уже показался. А куда, кстати, у нас улетел Aloha Dance? Aloha Dance не растерялся и не на базу улетел, а на мид улетел. Значит, будут продолжать пытаться забрать Фобоса. Нет, пока что Фобос у нас стоит в недосягаемости. Правда, есть одна смерть у него, но на миде стоит более-менее уверенно. У Резолюшена счет 0-1. Резолюшен мид, можно сказать, проиграл, потому что 50... Хотя ушел в лес. В принципе, ничего так особенно Резолюшен и не проиграл. Что у нас по денежкам? По денежкам Резолюшен всего на 400 отстает от Фобоса. И первая позиция у нас у Бристлбека вместе с Иллиданом. Там разница всего в 120 копеек. В общем-то, это разница и не назовешь. Ну, мейн-керри с одной стороны, мейн-керри с другой идут очень ровно. У тролля 1-0 счет, у Бристлбека тоже 1-0 счет. Ну, плюс еще и один ассист. Также спушили Тауэр. Пока что Тауэра команды Empire стоят на месте. Денег с них никто не поимел и, как я вижу, не собирается иметь. Резолюшен на миде, на снайпере уже у него есть Аквила, есть Power Threads, есть Glove of Haste. А что это означает? Это означает, что мы увидим снайпера без мома. Это означает, что можно открывать бутылку шампанского и что-то новенькое случилось в доте. Если Империя выиграет снайпером без мома, то, возможно, мое представление о современном снайпере немного улучшится. Потому что как же он бесит этот снайпер с этим момом. Куда бежит Aloha Dance? Как мне нравится этот крик. Aloha Dance у нас бежит на топ. Не добегает он до Лила и правильно делает, потому что там уже очень много игроков команды Asus Polar было на подсейв. Забирает иллюзии и расходится по лайнам. Давайте глянем, кто у нас как фармит. 1500 Империя впереди и по XP тоже у нас приблизительно так же дела обстоят. Ну что, Иллидана развалили. Через даггер? Нет никакого даггера, просто развалили. Просто подошли и просто на скьюре подвезли
под свой Т1. И опять же Йоку посредствовал этому фрагу. Йоку играет пока что в двух этих матчах более чем хорошо. 0-0-2 у него счет, 1980 на руках, а значит, очень скоро появится даггер. И тогда мы посмотрим, как работает Ревес Полярити. Ревес Полярити был заюзан только что. Понятное дело, что просто так или дано не поймать. Это вам не лоу-скилл. Игрок Silent под ультой аппарата отходит, но Silent не должен здесь умирать. Умирает тем временем у нас здесь Clockwork. Ну, ВР-ка стоит, если что, здесь. Вот и первый, в принципе, фраг для Йоку. Будет попытка подсейвить. Так, Silent на лоу хп у нас уходит. Йоку, в принципе, свое дело сделал. Йоку может отсюда уходить и вслед за Сайлентом отправляется на базу. Алоха Дэнс тоже у нас отправляется хилиться под фонтан. Упал Тауэр. Кто его забрал? Виндрейнджер. Денайт у нас Тауэр. Фобос, понятное дело, на опыте сыграл. У Фобоса тем временем есть Gloves of Haste. Будет выход в Мейлсторм. У снайпера тем временем, помимо Gloves of Haste, есть еще и Метрил Хаммер. Это также будет выход в тот же артефакт. Но не знаю, более ли полезный артефакт у снайпера. В его руках Мейлсторм. Если Фобос под ультой разваливает этим артефактом, то снайпер, в принципе, без мома пока что по damage per second будет немножко просаживаться. Ну, разумеется, в заочной встрече 1 на 1 против ВР-ки. Always Wanna Fly здесь поймали, но здесь его должен маг разбирать. Зачем ульта, непонятно, на всякий случай, видимо. Лил испортил ульту, забирает Clockwork. Еще один фраг для своей команды. Счет становится 5-4. Ну, потихонечку Асус Полар огрызаются и отвечают хоть какими-то киллами. Счет 5-4. В принципе, игра должна быть ровной, но Империя получше фармит. Империя снесла уже 2 Тауэра. Команда Асус Полар пока что ни одного не забрала. И отсюда кроется и преимущество в экономике. Забирают у нас еще и тролля. Еще один раз забирают тролля. И Йоку на этот раз показал, что у него есть даггер и у него есть реверс полярити. Сколько раз я буду пропускать реверс полярити от Йоку, мне неизвестно. Надеюсь, в масс-файте такого не будет. Ну, пока что РП не жалеет Йоку в одного тролля. А в кого же еще жалеть? В прошлый раз Иллидан ничего не смог сделать. У него не получилось хоть что-то сделать, при том, что он фармил в соло без какого-либо притеснения со стороны команды Empire на топе. В этот раз примерно та же ситуация. Он отправился на эншентах, также здесь умер. Алоха Дэнс под проклятием от ВД. Ну, ему ни холодно, ни жарко от этого проклятия. Silent здесь уже у Silent'а имеется Vanguard. Есть также Belt of Giant Strange. В прошлый раз Silent собирался у нас в Сашу Яшу. И довольно быстро у него это получилось. Опять же, все это после Вангуарда. Все это против после барабанов, уже собранных от Silent. Смог от Asus Polar. Видят они Always Wanna Fly. Пошли каски. Каски уходят в Алоха Дэнс. И, в принципе, на нем они и останавливаются. Always Wanna Fly без... вообще без хп стоит. Отхилиться не удается. И там же в когах он и погибает. Хил забирает... фраг забирает... Ancient Operation. Иллидан опять приходит фармить Ancient'ов. Верное ли это решение, если ты уже дважды умер? Думаю, не очень верное. Но пока тиммейты были рядом, можно было попробовать. ВР-ка тем временем покупает Metril Hammer. И 430, если что, есть сверху. Сейчас, в принципе, уже будет Maelstrom. У Resolution'а Maelstrom уже имеется. После него 706 по голде. Ну и Resolution отправляется в собственные леса выфармливать. В принципе, нейтралы здесь нормально будут проседать под молниями. Это классика. У Клока что есть? У Клока есть Chainmail, у Клока есть Robe of Magic и есть 1200 на руках, а значит летит ему собранный Blade Mail. У Aloha Dance уже есть урна, есть Power Threads, есть Out Shield. У снайпера видели что? У Магнуса 850 после даггера. У Йоку есть реверс полярити, и он готов врываться. Врывается у нас в Алоха Дэнс маг на хукшоте. Алоха Дэнс рассыпается моментально. Туда же в коге полетела ульта аппарата. Ну, одиночные такие фраги можно делать. Можно делать, можно отвечать. 6-6 становится счет. С Алоха Дэнс поимели 503 по голде. И по XP примерно столько же игроки Asus Polar. По экономике пока что не 3000 проигрывают, по XP 1500. Общий нетворс пока что за Сайлентом, почти 8000 он уже нафармил. Тролль, несмотря на то, что дважды умирал, 7200 имеет. И Resolution не так уж далеко ушел от
Фобоса. Хотя в начале игры Фобос очень сильно переигрывал резолюшеном, в процентном соотношении, разумеется. Так-то дело шло на 500, на 600 монет. Это в лейте не считается, а в процентном соотношении на ранних левелах хоть как-то, да, хоть какое-то преимущество имел Фобос. Ну, теперь понятно, что никакого преимущества уже нет. Фобоса резолюшен обогнал. Молодость против опыта. Первый выход на Рошана. Иллидан уже здесь. Иллидан готов бить Рошана. В принципе, есть что выбросить, есть куда забрать Аегис. Здесь у нас драка пошла. Always Wanna Fly подцепили. Always Wanna Fly под собственным Грейвом. Будет стараться драться, но у него вряд ли что-то получится. Хотя нет, живой, но здесь ракета должна лететь. Нет, ракета не летит от мага. Да, ракета все-таки прилетает от мага. И добивает маг Дазла. Это, если не ошибаюсь, киллинг сприт. Да, третий фраг уже для мага. 0-3 он шел, теперь счет у него 3-3. Здесь продолжается погоня за Иллиданом. Побежал Сайлент, побежал Алоха Дэнс. Привязали у нас Сайлента. Алоха Дэнс через 2 секунды будет иметь чаржи в Даркнесс. Надо будет врываться хотя бы в Вич Доктора. Нет, бежит он все-таки в Иллидана. Стопят у нас Иллидана. Ульты пока что Алоха Дэнс нет. Но здесь и Сайлент разбирает нормально. Куда у нас летел Клокверк? Клокверк влетел у нас в снайпера. Снайпер просто пострелял в небо. Предсмертные конвульсии от снайпера. И по итогу этого файта 3-2. Разменялись команды. Дальше погоня еще не закончилась. Сказка для команды Asus Polar. Фобоса поймали. Еще один баш и ультракил от Сайлента. Черт возьми. Пока я смотрел, как потихонечку умирает один за одним Asus Polar, я и не заметил, что Сайлент здесь устроил настоящую вечерину. 1800 на руках у Сайлента. Есть у него уже Band of Elven Skin. Надо покупать. Ай, как удачно увернулся Сайлент. Прямое попадание от ульты аппарата не было, а значит, Сайлент жив. Еще и ракета сюда полетела от мага. В принципе, Сайлент заэвейдил все, что можно было. Ну, заэвейдил чисто географически. Просто не дошел туда 2 шага и увернулся еще на 1.5 шага назад. Молодец, Сайлент, безусловно, круто сыграл в этом моменте. Это все после ультракила, напомню вам. Покупает он Сенжин Яша, 200 еще и на руках остается. На сдачу можно купить конфет или вардов, чтобы Алоха Дэнс по дороге их разбрасывал. У Алоха Дэнс дела, в общем-то, тоже нормально идут. Счет 1-2-6, 6 ассистов это хорошо, урна заряжается. Что-то в куре? Нет, в куре пока что ничего ему не летит. У снайпера тем временем появляется Blade of Alacrity и есть Band of Elven Skin. Это все поверх Мейлсторма. Резолюшн выходит у нас в Яшу. Проюзал ульту у нас тролль. Для чего? Иллидан проюзал ульту, чтобы опять фармить эншентов. Встречаются у нас на реке игроки обеих команд. Но пока драться не думаю, что готовы. Хотя врывается у нас хукшот Always Wanna Fly маг. Always Wanna Fly, сколько раз вообще я буду наблюдать эту картину? Always Wanna Fly, который под грейвом собственным стоит в когах и ждет, когда придет к нему смерть. Ну, так уже было неоднократно. Сколько раз умер Дазл, по-моему, все разы были именно такие. 1-5-1 счет у саппорта команды Empire. И Asus Polar выходят на Рошана. Тролль с руки наваливает неплохо. Маг здесь есть. В принципе, все хорошо. Есть кому дамагу впитывать, есть кому дэмэдж наносить. Забирает Иллидан у нас Аегис. У Иллидана уже имеется Яша. Есть у него Helm of Iron Will, есть у него Face Boots. Также 1600 на руках сверху. Куда этот Яша пойдет, мы посмотрим. То ли это будет Сенжин Яша, то ли это будет выход в Манта Стайл. Ну, скорее всего, Сенжин Яша, думаю, это было бы разумней. Тем более, что 21 минута, есть еще смысл в данном артефакте. 2000 пока что на руках есть, посмотрим на дальнейшие покупки. Bristol Back поверх Сенжин Яши покупает у нас Ogre Club. Сайлент будет выходить в БКБ. Это 100%. Надо как-то и выйдеть ульту аппарата. Потому что слишком много дамаги она наносит. Тем более, что Лил у нас неплохие ульты раздает. 2-1-4 имеет стат. Иллидан в соло гоняет здесь Алоха Дэнса и Сайлента. Отходят они. Ну, кто же знал, что Иллидан просто врубил сумасшествие и пошел в соло гоняться за двумя. Причем двумя не самыми слабыми ребятами команды Empire. Ну, интересно посмотреть, конечно, какая ответная реакция будет от Asus Polar после поражения в прошлом матче. Не думаю, что они собираются отдавать эту встречу со счетом 0-2 Империи. Тем более, Империя принципиальный соперник для команды Asus Polar.
Готовы Empire практически в полном составе. Да чего практически? В полном составе готовы они дефить свой Т1. Не собираются отдавать товара. Все товара стоят. Все, посмотрите. Одни стоят целые, другие стоят едва тронутые. И некоторые стоят меньше половины битые. Собственно, Империя дерется за каждый таур. И это хорошо. Стянулась Империя на Т1 на миде. Есть, в принципе, все варианты для того, чтобы переместиться и вниз. Если команда Asus Polar решит выйти на тауэр, то за этот тауэр Империя будет драться. Что-то мне подсказывает. А подсказывает это мне 22 минуты, которые я уже комменчу и наблюдаю за мувами одной из сильнейших команд СНГ Empire. Бристлбэк стоит в соло, лупит тауэр. Никто ему не мешает, крипы разве что немного мешают, но эти крипы скоро превратятся в деньги. Что это? Ракета пришла от мага. Напугали Сайлента ракетой. Так, Иллидан врывается у нас в Сайлента. Очень удачные коги от мага, потому что не имеет доступа к Сайленту у нас Иллидан. Иллидан здесь рассыпается, но теряет только Аегис. Пока что минус 2 плюс Аегис потрачены. И маг у нас на лоу хп уходит, но должен дотикать сурны, думаю, да? Да, дотикивает сурны у нас маг, отдает мега килл стрик. Алоха Дэнс не уходит никуда у нас. Алоха Дэнс, два человека от команды Empire погибают. И здесь резолюшн под дабл дэмэджем разваливает у нас Иллидан. Иллидан теряет Аегис, умирает еще один раз. А это значит, что драка закончилась 5 в 2. Снайпер жив, и это очень важно. Также жив Йоку. Йоку вывозит артефакты, у Йоку уже есть форстав. Драка закончилась в пользу Империи. Я думаю, скоро на себя ощутит вот этот тавр, что значит фраза «драка закончилась в пользу Империи». В принципе, Империя времени особенно не теряет. Сейчас отрегенятся и пойдут пушить. Полетела ульта у нас от Лила, но, понятное дело, в никуда. Потому что Resolution решил просто через ТП отправиться на базу. Фобос, и на него бежит Алоха Дэнс. Сюда прилетает Silent. Готовы гнать Фобоса, я думаю, до самого Т2. Пока что Алоха Дэнс бежит. Бежит, пока бежится. Ну, останавливается на своем глифе. В принципе, не стал на реку спускаться, но это правильно, скорее всего. Лил пока что стакает для Иллидана крипов. Иллидан с Сашей Яжей все-таки оказывается в руках. И 700 по голде сверху. Давайте глянем по нетворсу. За 5000 так у нас поздно смотреть. Рано, поздно точнее на нетворс смотреть. Здесь у нас в коге зажимается резолюшн. Маг, по-моему, 100% коэффициент попадания хукшотами имеет. Зажали снайпера и разобрали его на куски. Еще одна смерть для резолюшена. Снайпер не очень хорошо реализован. Он на третьем месте, но умирает слишком часто. 2-3-7 у резолюшена стат. Алоха Дэнс здесь, но больше меня интересует, где у нас находится Йоку. Йоку здесь. Йоку под Т2. Йоку пока что на Т1 идти не собирается. Хотя есть реверс полярити и ворваться можно было бы. Но Йоку решает не прыгать. В принципе, драться было неким, потому что снайпер оказался в таверне, а Silent был далековато от Т1. Дазл тоже без ульты. Ну, не решили драться за Т1. В принципе, правильно сделали. Зачем сражаться 4 в 5? Тем более, что тавер был достаточно битый. Тавер помочь толком не мог. Что, будет ли встреча в лесу команды Asus Polar? Игроки команды Империя здесь уже вдвоем. Замечают у нас Сайлента, погоня от Иллидана, но Сайлент нормально уходит. Не достает до него топорами Иллидан, значит, можно спокойно убегать. Впятером игроки команды Empire на своей половине, и Asus практически в полном составе тоже на своей половине. Единственное, что Windranger только сейчас туда отправляется. Фобос не очень аккуратно играет, но с другой стороны, у Фобоса есть Виндран, и у него есть Дагер. Чего ему аккуратничать, мне тоже непонятно. Ну, сказал и сказал. У Иллидана 2000 на руках поверх Сенжин Яша. Будет ли это выход в БКБ? Пожалуй, стоит. Пожалуй, стоит, потому что сражаться против Риверс Полярити, а скорее всего Риверс Полярити будет 2 в скором времени,
Персеверанс в этом билде. Йоко об этом говорит. Врывается у нас маг в резолюшена. И на этот раз резолюшен был с друзьями. Мага, скорее всего, резолюшены отправят на базу. Отомстил он за всю боль. Резолюшен. За всю боль, точнее, магу. Маг как ворвался, так отправился под фонтан хилиться. Ну и ВД отсюда уходит без проблем. Где у нас по ХП ВР-ка проседает? На миде проседает по ХП ВР-ка. И здесь же по ХП просел у нас еще и Лил. Драка закончилась один в один. А где же у нас умер Бристл Бэк? А его здесь и зацепили. Пока я смотрел, как разбирают мага, втроем разобрали у нас Бристл Бэка. Ну так неплохо надамажил Бристл Бэк, при учете, что на него еще и нападали. У Сайлента первый нетворс на карте. 13700 имеется. На втором месте у нас все-таки Иллидан. Как-то он позиции свои смог наладить. Прилетает ему Блинк Даггер. Еще 800 сверху есть, если что. У Резолюшена третий нетворс. Появляется Митрил Хаммер. И еще немного остается до БКБ. У Фобоса как обстоят дела? У Фобоса 750 остается до Аганима. В принципе, все хорошо у Фобоса по нетворсу. 10 тысяч есть, даже больше. И на пятом месте у нас Йоку. Йоку, который стоял на хардлейне и еле-еле к четвертой минуте смог забрать второй левел. Но, тем не менее, все, что надо вывести, вывез. Йоку ведет себя в этой игре очень круто. Уже, когда у него 4-1-6, по крипстату 87-2. Йоку нормально себя чувствует. Маг, который стоял на сложной, который является отражением Йоку в команде Asus Polar, по нетворсу проигрывает 2500. Ну и по артефактам это тоже видно. У мага толком-то ничего и нет. У него есть 11 левел, есть Point Booster и Gust Scepter. Он понял, что умирать уже хватит. 5-5-5. Когда у мага его врывы скоро не будут настолько полезными, насколько они были полезными ранее. Ну, конечно, если врываться в одного дазла, которого еще дамажит в 4 руки вся команда Asus Polar, то, конечно, можно как-то фраги насобирать. Но если врываться в кого-то посерьезнее, например, в того же Резолюшена, то маг, в общем-то, отъезжает. Это было видно. Под смоком команда Empire подходит на... Подходит на Secret Shop. На Secret Shop команды Asus Polar. И спокойно ныряют в пещеру к Рошану. До Рошана, как видим, полминуты остается. Silent здесь еще и мультистаки собирается сделать, как я понимаю. Нет, не делает мультистаки. Иллидан понял, что что-то не так, потому что просто так сами по себе големы не разгуливают по локации. Ну, Рошан должен уже упасть через несколько секунд. Всего ждем. Чекать есть чем. Маг, в принципе, чекает ракетой все это. Ну, а команда Empire должна уже чекать физическим образом, то есть прибегать туда. Алоха Дэн здесь. Алоха, я так понимаю, собирается посмотреть, кто у нас отправляется на Рошана. Хотя есть вард, который и сам всю ситуацию нормально контролит. Смог провязала команда Asus Polar и отправляется в лес команда Empire. Ну что, видят Резолюшена, как я понимаю, надо врываться. Будет ли врываться маг? Маг у нас отправляет ракету в никуда. Маг, как он не увидел Резолюшена, непонятно. Маг будет ли врываться? Нет, маг, скорее всего, не будет врываться. Он будет врываться под собственный фонтан. Отправляется на ТП, чтобы не отправиться насильно туда. Маг понимает прекрасно, что разобрали бы его здесь вместе с Лилом. Вич-доктор... Здесь Вич-доктор, здесь Виндрейнджер и есть здесь Иллидан, но драться на Рошане пока что вряд ли получится. И самое интересное, что убили, пожалуй, самого неприятного персонажа в случае драки на Рошане. Так, врывается у нас Иллидан. Грейв бросает у нас в Резолюшена. Always wanna fly, Резолюшен пока еще жив. Йоку врывается, дает отличный РП сразу в двоих. Забирают у нас Резолюшена, но это всего лишь Аегис. Отправляется у нас в таверну Иллидан и на лоу хп бежит отсюда Фобос. Куда же ты убежишь? Доминейтинг от Магнуса. Врывается с даггера у нас Йоку и разваливает Фобос напоследок этой драки. Потеряли одного Алоха Дэнс, но Алоха Дэнс у нас Ром Саппорт. Алоха Дэнс, Ром Саппорт, у которого Гримзен Гвард уже имеется. И на Баклер остается совсем немного. 4 в 1 подрались, 4 в 2 подрались. А, 4 в 2. Это не смерть Резолюшена. Это потеря Аегиса.
4 в 1, ну, пускай, ладно, 4 в 2, черт возьми. 1940 заработал в итоге Empire, и 870 потеряли игроки Asus Polar. Империи плевать на все, они пошли на хайграунд. Команда Asus Polar врывается у нас. Магнус на этот раз Йоку промазал скьюером. Нормально все заивейдил у нас Witch Doctor. Witch Doctor уже разогнался. Алоха Дэнс, этого не потребуется, потому что Silent заплевал у нас Witch Doctor и смог с руки просто разбить все лицо у нас ВД. Макс здесь, Макс стоит в собственных когах в зоне недосягаемости, но никто его бить не собирается. Алоха Дэнс развернулся и хочет драться с Иллиданом. Значит, была команда драться. И не зря была команда. Разваливает у нас Иллидана. Империя on fire. Я думаю, они уже не остановятся. Погоня у нас в мага. Мага выбивает из собственных когов. Сайлент пошел ему наваливать. Отменяет у нас Резолюшн ульту, потому что нечего было ультить в Blade Mail. Резолюшн сам бы погиб. Ну, убили еще троих. Даблкил от Silent, 1260 по голде зарабатывают, и общее изменение в этом файте 2000 по голде, 14 с плюсом по голде, 14 с плюсом по XP от Империи. Империя готова заходить на хайграунд по миду, и может быть даже был смысл подраться под Т4. В принципе, для этого все есть. У снайпера есть БКБ, 9-секундный резолюшн один раз всего заюзал его, Мейлстром есть. И, скорее всего, что-то летит ему. Конечно, что-то летит ему. Это не что-то. Это Мьёлнир для резолюшена. Дамажить будет с жуткой скоростью. И это без наличия мома. Хотя здесь есть еще кому дамажить. И дамажить очень быстро. А ну, просто ради интереса. 0.59 за атаку у нас у Бристлбека. А у снайпера... 0.52. Вы понимаете, Бристлбек с руки бьет немного-немного. То есть на... какие-то миллисекунды меньше, чем снайпер. Это даже удивительно. У Дазла что? Always wanna fly for stuff появляется. То и на том спасибо. 1.56 кеда у данного игрока. У Йоку уже есть рефреш рор. Пока что он его не юзал, но в скором времени мы это увидим. У Йоку Мьёлнир на нем висит. И это Мьёлнир, я так понимаю, от резолюшена. Йоку готов врываться, готов драться. Сайлент здесь, Сайлент всегда готов драться. У Сайлента 9.28, когда он на первом месте. 19.400 нетворс. В скором времени за двадцатку перевалит. Так, Иллидан врывается у нас Сайлента. Туда же Дезвард. Но Иллидан, Сайлент даже на пол хп не просел. Он впитывает в себя кучу дамаги, будет драться. Также Грейв на него бросают. Ну что, здесь еще один РП от Йоку. И этот GG Йоку просто унизил команду Asus Polar. Еще раз Йоку решает историю всей катки. Нереально крутая игра от саппорта и хардлейнера команды Empire. Поздравляем Империю с проходом в гранд-финал. Поздравляем команду NIP с встречей с Asus Polar. Их ждет не самый приятный соперник. Я думаю, что, скорее всего, Asus Polar еще увидится с Империей немножко повыше, немножко попозже в гранд-финале. Империя отправляется на отдых. Полары отправляются у нас в нижнюю сетку. Там они будут сражаться с обидчиками команды Power Rangers. Будут мстить за своих братьев по территориальной локации, по СНГ. Сегодняшний день был насыщенным, сегодняшний день был интересным. Еще раз напомню всем, кто не знает, всем, кто не слышал, и всем, кто хочет услышать, у микрофона друг. Это студия Игрокам ТВ, мы освещаем наиболее интересные, по нашему, конечно же, объективному мнению, события в мире Дота. Дотой мы не ограничимся, дальше будет больше, но, тем не менее, пока что у нас профессиональные стримы Доты. Спокойной ночи всем, кто нас слушал, спокойной ночи всем, кто был с нами весь этот день. Подписывайтесь на группу, заходите сюда на Twitch, в принципе, фолловить нас можно бесплатно, никаких денег или еще чего бы то ни было мы с вас не потребуем. В общем, спасибо всем, кто был со мной весь этот день. Меньше играйте в Доту, больше читайте книг. Услышимся уже завтра.